главной роли Ричард Грант. «Жизнь прекрасна» по новелле Франца Кафки «Превращение». В ролях Элейн Коллинз, Криспин Летс, Филлис Логан и Кен Стотт. Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замса обнаружил, что превратился в гигантское насекомое. Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замса обнаружил, что превратился в гигантское... Что? Грегор Замса превратился в гигантское Кто там? An honest tradesman, sir. Я всего лишь точильщик, господин. Do you have anything that needs У вас sharpening? Есть что-нибудь, что нужно поточить? Knives, ножи, razor, бритвы, utensils. Кухонные принадлежности. Thank you very much, but Спасибо not большое, at the moment. Но не сейчас. Sorry. Извините. Sir. Господин? They all come to me. Мне все приносят. От хирургических до мясницких ножей. Я бою до острой тоже. Sir. Извините. A moment. Господин, одну секунду. I've lost my little friend, sir. Я потерял своего маленького друга. Он прямо выскользнул у меня из кармана. He's probably just asleep. Возможно, он просто захотелся куда-нибудь. Увидел сухарик или мокрую кукурузную лепешку. Я могу на него посмотреть, господин? Вдруг он у вас? Здесь никого нет, только я. Честное слово. Но он очень маленький. Вы его даже не заметите. Если бы я только смог посмотреть, поверьте мне, я здесь совершенно один, поэтому... Может быть, как-нибудь в другой раз. Извините.
так. Этот человек проснулся утром и превратился в гигантское... That is it. Ну все, хватит. Прекратите шуметь, пожалуйста, прямо сейчас. Я не могу работать из-за вашей вечеринки. Простите, я один раз уже остановилась. Что? Это настоящий диалог или воображаемый? Воображаемый, конечно. Господи, какое счастье. А мы так веселимся. Его здесь нет. Его здесь нигде нет. Господин Кафка. Я могу с вами поговорить? Ну, конечно, конечно. Девочки, господин Кафка пришел к нам в гости. Не хотите ли персик? Итак, как вас развлечь, господин К? Девочки, как и я, господин Кафка слабого здоровья. Это крест, который несут многие артистические натуры. Еще музыки, девочки. Давайте покажем господину К, как мы танцуем. Что это за танец? Это очень модный танец, совершенно новый, называется кенгуру. Проснувшись однажды утром, он обнаружил, что превратился в гигантское... Что? Прости меня, но я ненавижу букашек. У тебя тоже есть право на жизнь. Здравствуйте. I'm...
С праздником от Макса Берновски, от империи Берновски. Заказ и доставка. Лестницы, лестницы, сплошные лестницы. Я фрау Берновски. Понимаете, мы заказываем и доставляем по прескуранту. Все, как вы заказывали. Все работает. Это маскарадный костюм, который вы заказали. Я ничего не заказывал. Что? Вы не заказывали? Нет. Но ведь я тащила это на себе. У меня здесь все записано. Вам понравится. Это именно для вас. Как и заказано. Прямо перед Рождеством. Один костюм маскарадный. Насекомого. Я не хочу это. Вы сами поймете, он уже побывал в химчистке. Я его не заказывал. Это Энгельштрассе, дом 24. Энгельштрассе – это следующий переулок. Ну, боже мой. Опять ошиблась. Извините, я ошиблась. Простите меня, ради бога. Однако у меня есть много всего, что могло бы вас заинтересовать. Хотите шутки? Вам понравится? Нет, большое спасибо. Мне не нравятся шутки. Возьмите хотя бы шарик. За бесплатно. Спасибо. Он засыпает. Обычный парень. А потом просыпается, превратившись в гигантское... У меня получится. Насекомое. Гигантское насекомое. Да. Да. Ну, конечно. Ну, естественно. Он лежит на спине, не может встать, не может ничего сказать. Его семья ничего не понимает. Она не знает, дома он или нет. Им противно на него смотреть. Теперь насекомое. У него нет друзей. Он... Господи. С вами все в порядке, господин К? Господин К, что случилось? Он умер. Слава богу. Нет, нет. О боже. Он умер. Простите. Я не знала, что это ваш друг. Теперь ему гораздо лучше. Теперь он может летать сколько хочет со всеми остальными маленькими букашками. Вы ничего не понимаете. Я забрал у него жизнь. У него было право на существование, такое же, как у вас или у меня. Я забрал у него жизнь, господин К. Безусловно, это получилось случайно. Вы знаете, на этом свете есть много тараканов, пиявок, личинок, и быть раздавленным – это профессиональный риск. Все мы когда-нибудь умираем. Он дал мне вдохновение, а я
отплатил ему смертью. Господи, какая это депрессия, какая депрессия. Ни в чем нет смысла. Господин К, этот малыш был вам так дорог? Мадам Сесилия, я хочу побыть один. Я понимаю, я оставлю вас. Наконец, мы одни. Что вам нужно? Я ищу моего друга. Проснувшись однажды утром, Грегор Самсо обнаружил, что он превратился ночью в огромное насекомое. Не надо. Мне слишком больно это читать. Значит, он насекомое? Кто? Лежа на панцирной твердой спине, он видел, стоило ему приподнять голову, свой коричневый, выпуклый, разделенный дугообразными чешуйками живот. Прямо как мой друг. Что? Мой друг. Тараканчик. Сверчок. Где он? Я не знаю. Слишком острый нож. Вы ничего не почувствуете. Вы подумаете, может быть, что-то коснулось моей щеки? А потом посмотрите и увидите, что пальцев уже нет. И тогда начнется боль. Где он? Отдайте мне его. Он был моей совестью. А без совести и жить нельзя. Господин Кафка, наши девочки нашли для вас вот это. Мы подумали, что это будет хорошим подарком. Это тараканы. Большое вам спасибо. А это тоже маленькие личинки. Большое вам спасибо. А другие девочки нашли вам пиявок, сороконожек, гусениц. Спасибо вам, спасибо. А Таня купила вам червячков. Большое спасибо. Мне очень жаль, что вы понесли такую утрату. Я нашла вот это, прямо на лестнице. Но это мой сверчок. Вы уверены? Конечно. Это он. Ну вот, целости и сохранности. Это действительно станет для меня веселым Рождеством. Смотрите, снег. Может быть, все не так уж плохо, в конце концов? Нет. Я не знал, что у меня столько друзей. Пожалуй, вы только что стали по-настоящему человеком. Пожалуй, вы абсолютно правы. Вы художник, господин К. Вам повезло. Пишите дальше. Я буду писать. Но прошу вас, зовите меня F. С Рождеством, F. Thank you.
Я наконец обрел разгадку тайны и узнал я, в чем секрет. Все, чего мы ждем, на что надеемся, о чем плачем и о чем радуемся, это любовь, и только любовь во всех мечтах, во всех чаяниях. И ответ на любой вопрос, все, что движет солнце и светило, это лишь любовь.